Футболисты из Шкаралы выбыли из Кубка Межрегионального футбольного союза Приволжья. Они проиграли «Зениту» ответный матч 1/4 финала со счетом 2-6. Спортсменам из Шкаралы противостояли футболисты из Пензы. В составе нашей команды голами отметились Роман Павлов и Никита Чернов. В этом матче у нас не получилось реализовать то, что задумали. К сожалению, не получилось играть в тот футбол, который мы привыкли. Постараемся в следующих матчах, которые нам предстоят, показать лучшую игру, чтобы наши болельщики были довольны. Напомню, первая встреча, которая прошла в Йошкар-Оле на стадионе «Дружба», завершилась также не в нашу пользу со счетом 0-3.